Приветствую вас, друзья мои! Рим похож на бездонный сундук с сокровищами. Красота и уникальность Рима состоит не только в его церквях, площадях, фонтанах и памятниках, которые находятся в сердце Рима. Необычность и очаровательность города также можно рассмотреть и за центром Рима. Например, мы сейчас находимся в квартале Коппиде, который не имеет равных по своей архитектуре зданий и вилл, и украшены они символикой, которая идет от эзотерики до масонства. Все это волшебный район Коппиде, который получил свое название от имени архитектора Джинна Коппиде. Он был изобретателем и дизайнером. На самом деле это не целый район, а всего лишь уголок Рима, построенный с причудливой смесью нескольких архитектурных стилей. Уголок из 26 зданий и 17 небольших вилл. Добро пожаловать в сказочный квартал Коппиде. Уже здесь у входа мы видим первый масонский символ – пчел. Квартал Коппиде начинается с богато украшенной арки, соединяющей два дворца послов. Пройдя через арку, мы попадаем на площадь с фонтаном лягушек. К сожалению, сейчас идут там реставрационные работы, и я не могу показать вам этот замечательный фонтан. Здесь спрятан автограф архитектора Джинна Коппиде. Посмотрите, какая красивая кованая люстра в арке. На площади находится множество зданий различных форм и размеров, которые стоит внимательно рассмотреть. Они погрузят вас в роскошную и немного вымышленную атмосферу начала XIX века. То, что получилось от микса в соединении нескольких стилей, это абсолютная красота. Посмотрите, необычный и почти сказочный комплекс. Да простят нас жители этих домов, что мы заглядываем в их окна. При рассмотрении зданий вас будут ждать постоянные сюрпризы. Вам захочется обойти здание со всех сторон. Мне кажется, именно это и есть настоящее искусство, когда хочется рассмотреть его в мельчайших подробностях и обойти со всех сторон. На фасадах зданий можно рассмотреть множество деталей, полных символических значений. Балконы, окна, светильники на каждом здании совершенно разные. А можно заметить совершенно разные окна даже на каждом этаже здания. Виллы этого района небольшие, в основном двух-трехэтажные, и окружены они садами. А это как раз фонтан лягушек, который сейчас закрыт на реставрационные работы. Написана книга, где на 380 страницах рассказываются секреты квартала Коппиде и описывается значение всех символов, которые находятся на зданиях. Вы только представьте, чтобы описать все символы 26 зданий и 17 небольших вилл, понадобилось 380 страниц. Вы можете представить, сколько символов здесь спрятано? Это самая фотографируемая вилла. Ее я советую вам обойти со всех сторон и даже заглянуть во внутренний дворик. Посмотрите, какая красота спрятана во дворике. Я все время жалею, что у меня нет хорошей камеры. Здесь бы желательно показать все в мельчайших подробностях. Но если вы приедете в этот квартал, то обязательно задержитесь у этой виллы. На трех фасадах этой виллы изображены три итальянских города – Флоренция, Рим и Венеция. На стороне, где изображена Флоренция, вы увидите надпись «Флоренция прекрасна» и изображены Данте и Петрарк.
На стороне, где изображен Рим, вы увидите волчицу, вскармливающую близнецов Ромула и Рема, и Венеция с львом святого Марка. Посмотрите, какое необычное здание. Над дверью находится раскрытый павлиний хвост. А окна, балконы, посмотрите, какие красивые. На сегодняшний день некоторые из этих зданий и вилл жилые, а некоторые заняты посольствами. Например, польское посольство, посольство Новой Зеландии, Марокко, Конго. И даже в одном из зданий расположилась школа. Чтобы открыть для себя новый, необычный район Рима, вам не нужен определенный, изученный маршрут, потому что на каждом углу в этом районе вы найдете новое здание, которое вас по-настоящему удивит. Хотя этот небольшой квартал не так известен, как другие кварталы Рима, сюда редко доходят туристы, но здесь своя сказочная и неповторимая атмосфера. Этот квартал сильно отличается от других кварталов Рима, и поэтому я вам советую дойти сюда. Он расположен в нескольких шагах от исторического центра, недалеко от улицы Номентана. Можно дойти пешком, как обычно делаю я, а можно добраться на трамвае 19 и 3, остановка Буэнос-Айрес, или на метро линия B, остановка Поликлинико, а потом пройти немного пешком. Всем туристам, которые планируют посетить Рим, рекомендую посмотреть это место. Прогулка по кварталу у вас займет около получаса или чуть больше, но впечатления останутся самые лучшие и незабываемые. Это совершенно другой Рим. Я советую вам подойти как можно ближе к зданиям и рассмотреть все детали и украшения, которые делают квартал действительно уникальным. Порта Пия. В переводе это ворота построены при папе Пии IV из семьи Медичи. Ворота находятся в Аврелиановой стене на Номентанской дороге. Кстати, это последний архитектурный проект Микеланджело. Фонтан Моисея. Он находится на площади Сан-Бернардо. Над ним работал Доменико Фонтана в 1588 году. Этот фонтан строился по заказу папы Сикста V, и поэтому еще он украшен фамильным гербом Сикста V. А по соседству в церкви Санта Мария делла Виктория находится еще один шедевр Бернини, скульптура «Экстаз святой Терезы». Не пропустите! И еще немного весеннего Рима.
Апрель – это месяц, когда в Риме цветет все. Этот месяц просто удивляет своей яркостью и красотой. А такая красота радует нас под окнами. Ну и напоследок, прокатимся вместе, если хотите. Thank you.
попрощаться с вами. До новых видео, друзья!